Все, снялось. А как это называется? Танки? Битва танков? Вот эта коробка даже в кадр, это, ну, Кость. Не влазит в кадр даже. Хотя влезла. Блин, как это открывается? А может там на липучках есть? Ух ты, какая красота. Да? Зай. Ага. Красиво. А что-то у меня сопли, как всегда. Куч. А, ну вот так открывается. По-простому. Ага. Так разного цвета танки, да, там коричневый, и это такой какой? Синий хаски. Ага. О, как красиво. Кость, вот это да. Какой тут циклончик? Кто? Молодец. На самолетике. Угу. Нет. Вот на этот. Открепляй вот эту белую кость по бокам. Чё это? Это что, запчасти какие-то? Ну. А где отвёрточка? Так нет, вон, открепляй. Белые по бокам. Ну это пультики, хуюльтики. Да? Ножницы. И чё там? Это что ты достал? Культ. Культ? Да. Вот это пульт. Это все серьезно. Нихера себе пульт. Ну все, будем войну в России устраивать. Да? Воевать. А что здесь нету, что ли, кость? Этому. Кого? Батареек. Нету. О, это как бомба. Похоже на бомбу. Бомба как будто бы. А это что такое, кость? Это что ты мне дал такое в этикетках? Это типа аккумулятор для танка. А я думала батарейки. Инструкция? Да? Угу. А как заряжать? Надо зарядить, что сначала. Так они заряжены. Заряжены. Так, нужна отверточка. Какая? Приставай. А где она? А где она, зай? Да вот тут у меня все. А зачем она тебе? Сам танк прикручен. А зачем его прикрутили? Ну, чтобы он не болтался. Так попробуй, может, они заряжены? Сейчас попробую. Красота, да? Теперь можно воевать, да? С Путиным. С Путиным? Ага. Давай с Путиным. Теперь он будет нас бояться. Путин. Повезло. Что? Что резиновые. А что было бы, если не резиновые? Пластмассовые, они херово это. Да. Тяжелый? Тяжелый? Да. Так легенький. Легенький. Так это нихера себе здесь такая пушка. Такая пушка.
Шурупчики тебе все нужны? Да. Как запасные. А, сами? Да нет, наверное. Не знаю, это они уже все. Они же только закрепляли танк. Кость. А как теперь не перепутать? А какая разница? Ну, как бы большая. Какая разница, какой пульт? Ну, один на одной частоте работает, другой на другой. Даже отличия нету, да? Никакого. Есть. Нихера нет. Надо это как-нибудь подписать, я не знаю. Подпиши. Хотя этот чуть светлее. Да? Чуть светлее для темного танка. Чуть темней для светлого танка. Живот болит. Живот болит, слышишь? Может быть, пройдет, дай бог. А ты выпил Цирукал? Да. Помогло? Нет, аж нет. Нормально. Ну да, пельмени вообще ужас. Домашние вкуснее, да, слепленные. Зай. Угу. Так что сегодня весь день потеряли? Ты можно же было полепить, посидеть. Можно же сидя лепить их, кстати. Не обязательно стоять. Можно сесть на стул и лепить. Угу. А? Не торопясь, никакое начальство уже не торопит никуда тебя. Сам себе начальник, лепишь потихоньку, да и все. А вообще-то надо их быстро лепить, там же тесто тает, зай. Же надо в морозилку, слышишь? Убирать. А, кстати, ты когда пельмени лепишь, слышишь? Знаешь, как успокаивают нервы? Зай. Да вроде да. Ну что, открутил там? Ага. Хоть как, что за модель? Фиг его знает. Ну, вот этот на Амброс похож. На Амброс? Да, американский танк. Американский танк? Да, этот я не знаю, на что похож. Коробка такая красивая. Все такое красивое. Мне нравится. Угу. Привстать может мне, а то я лежу животом. Зай. Ой, котяр, котяра. На птенец все пищит. Да. Да. Так и должно быть, чтобы он пищал. Почему голый родитель? А? Чего? Дети же тоже орут. Ну. Это вот дитё. Так а чё он хочет? Ну, попугаи, они вообще как дети, вечные. Но только вот, ну, единственное, что когда вот они вырастают, ну, начинают там, ну, кое-что делать, вот это, любовью заниматься, или что это у них называется. Угу. Немножко это раздражает. Сразу думаешь, какие это дети. А так они вообще то играются, да, там, то на качельках катаются.
Но это еще маленький, да, вот этот птенец, он еще не взрослый. Да, сука, вот меня это все бесит. Зай, он будет, правда, играться в качелях там, слышишь, зай? Будет играться на качелях он же, да, еще? Эти-то уже перестали немножко играться, которые уже старше у нас. Зай, что делать? Как быть? Мне на горшок надо. На горшок, так с камерой выключать, прощаться, да? Да, посмотрят еще, как они катаются. Живот болит. Все, пока. Говори пока. Пока. А где синенький? Показать им. Что? Подержи синенький. Танк. Вот этот танк. Вот такой он. А синенький или зелененький? Зеленый. Ага. Красиво так.